Меня Кекс, мультипульти всем кузняшек и мороженых. И сегодня на моем канале небольшая, но очень приятная дата. Да, друзья, сегодня мой канал достиг 300 тысяч подписчиков. Это все благодаря вам, друзья. Да, спасибо вам большое. И я поздравляю вас тоже. Я поздравляю Супер Пельменя, Шадов, Женадик, Арон Бро, Голден Фредди, Мистер Фоник, да, друзья, поздравляю, Артем Балябин, Анвар Араба, Марк Бро, поздравляю, Диджитал Кома, Дани Кэт, Валентина Ростовцева, поздравляю, фанат GTA Бро, спасибо, Кот Тишка, Мистер Кунжутик, Егор Иванов, Данил Слепнев, а также Дима Браулстар, Вишенка на торте, Рустем Валилуев, Глич Трап, Лариса Багдасарян, Асия Васильева. Также я поздравляю Валеру Чижова, Миску Котят, Олю Чудову, Олега Чудова и многих-многих других, друзья. Это все благодаря вам. Я благодарю вас за вашу преданность, за вашу любовь. За вашу искренность, друзья, что вы со мной, что вы со мной и в радости, и в горе, что вы не оставляете меня, что вы поддерживаете меня. Друзья, я безмерно рад таким друзьям и таким подписчикам, как вы. Спасибо вам большое, я вас обожаю, вы просто супер. И сегодня для вас, друзья, по вашим заявкам, ваша любимая страшилка. Да, друзья, вас ждет страшилочка про аниматроников. Ну чё, погнали! Ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. И помни то, что ты самый лучший. Итак, друзья, смотрите, сегодня Лунтик и шоколадный Бонни отправятся на кладбище. Да, друзья, отправятся на кладбище в 3 часа ночи. И они будут звонить в потусторонний мир. Да, друзья, сегодня на кладбище с помощью телефона мы попробуем вызвать какого-нибудь монстра или привидение. Итак, друзья, садимся в машину. Сегодня я играю за Лунтика, а помогает ему, друзья, аниматроник из АР, шоколадный надкусанный Бонни. Да, друзья, я знаю, вам нравятся страшилки, и сегодня опять, по вашим просьбам, есть 3 номера. Да, друзья, вы мне написали 3 номера, по которому можно вызвать монстра. Да, друзья. Итак, сейчас мы подъезжаем к кладбищу. Ух, это ужасное место. Я когда снимаю этот ролик, у меня прям мурашки по коже. Потому что эти кладбища, эти 3 часа ночи наводят на меня только страх и ужас. Итак, друзья, мы на кладбище. Кто не знает, чтобы вызвать привидение или монстра, в 3 часа ночи нужно оказаться на кладбище. Но я вам этого не советую, друзья. Это очень опасно, потому что до этого я делал это 3 раза. И 3 раза нас отправляло, телепортировало в ужасное кошмарное место. Да, друзья, итак, мы на кладбище. 3 часа ночи, и сейчас я буду звонить, друзья. Вы готовы? Итак, первый номер, который вы мне написали. Лунтик готов, Бонни шоколадный готов, только я не готов. Ладно, друзья, итак, первый номер. Первый номер, 3 пятерки, друзья. 44. 8. 6 4 0 1. Так, друзья, звоним. Абонент занят?
Очень странно, вы говорили, это очень опасный номер. Так ладно, хорошо, второй номер, друзья. Второй номер. 333. Итак, звоним. Так, блин, абонент занят опять. Чё вы мне за номер сказали? Очень странно. Ладно, хорошо. Занят абонент. Итак, друзья, сейчас будет третий проверенный номер. Самый страшный номер. 3 5 0 1 64. Капец. У меня все. Так, соединение? Соединение пошло. Капец, вы слышите? Связь установлена, блин, ужасная музыка, блин, капец, я так и знал, черный экран. Куда нас сейчас телепортируют, друзья, капец, куда? Так, где мы? Где мы? А Бонни где? Друзья, Бонни пропал. Бонни шоколадный пропал, так, где мы, давайте посмотрим. Офигеть. Блин! Мертвая Полора! Что здесь происходит? Что же здесь происходит? Где мы? Капец, да, друзья? Этот ужасный номер, он все-таки работает. Я думаю, что это номер преисподней. Она всегда нас телепортирует в какие-то ужасные, странные места. Друзья! Балора, аниматроник мертвый. Смотрите! Привидение! Привидение! Смотрите, это клоун! Как же я ненавижу клоунов! Я их просто не могу терпеть! Друзья, смотрите, он стоит, он живой! Он живой, он шевелится! И мертвая Балора рядом! Еще один! Еще один, смотрите, это призрак! Призрак клоуна. Неужели эти клоуны убили всех этих аниматроников? Нет, ты только глянь. Вот это да. Смотрите. Черный ритуал клоунов. Смотрите, они ходят по кругу и убивают здесь аниматроников. Еще одна дохлая Балора. Блин. Я себе такого даже представить не мог. Так, друзья, они меня не заметили. У меня прям мурашки по коже. Они меня не заметили. Так, давайте спустимся, посмотрим, что же там происходит. Еще одна дохлая Балора, друзья, капец. Какая-то женщина. Блин, вот это телепорт. Друзья, никогда не звоните в 3 часа ночи. Кладбище. Это очень опасно. Капец. Блин, кругом дохляки и трупаки. Давайте посмотрим, что же происходит. Здесь пусто. Так, надо в ванную зайти, хотя я что-то чувствую. Блин, это не ладно. Слышите? Блин, у меня за спиной кто-то. У меня за спиной кто-то. А, блин, Пеннивайз! Капец. Фу, это чё, глюк? Ты чё, блин, мне показалось или чё? Офигеть. Капец, я аж вспотел за секунду. Друзья, вы видели? Я точно видел Пеннивайза. Так, срочно, друзья, надо набирать этот номер. Еще раз и посмотреть. Нужно убираться отсюда. Куда этот номер отправит нас? Так, ладно, капец. Я точно видел, там был Пеннивайз. Я точно видел. Так, друзья, набираем. 3 5 0 1 и 64. Капец вообще. Так, соединение. Соединение, друзья, капец, сейчас опять нас телепортируют. Это ужас. Связь установлена, нет. Нет, блин, опять, где мы? Темнота, я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Где мы? Так.
Что происходит? А где мы? Какое-то болото. Так надо сваливать, пока никого нет. Надо сваливать. Иди сюда! Иди сюда! Лунтик! Кто это? Блин! Пеннивайзы! Друзья, это ловушка! Это ловушка! Мы дозвонились Пеннивайзу клоуну! Капец! А ну не подходи! А ну не подходи, Бонни, помогай! Капец, друзья, Пеннивайзы! Я вызвал Пеннивайза! Да! Теперь ты здесь навсегда! Блин, не подходи! А ну получи! Получи! Капец, не подходи! Друзья, вы только гляньте! Какая-то буря! Какая-то... Не знаю, буря из дыма. А, да! Ты останешься здесь навсегда! Капец, надо их гасить, друзья! Иначе мы останемся здесь навсегда. Давай, давай, Лунтик! Блин, еще один Пеннивайз! Еще один Пеннивайз! Да сколько же их? Друзья, это ужасное черное колдовство! Этот номер приводит нас в ужасные, странные, страшные места. Давай, давай, Лунтик, надо гасить. Надо гасить Пеннивайза. Нет! Нет, ничего не сделаешь. Капец, блин, давай, Лунтик. Давай, Боник. Давай, шоколадкой, давай, гаси его. Гаси этого гадкого, смотрите, друзья. Дым. Чернее, все чернее, давай, давай! Давай, 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 гаси его! Капец! И надо быстренько сваливать из этого черного места, иначе... Нам не сдобровать, да какой же он живучий! Да гасите его, ребята! Давай, 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 давай! Блин, да как так? Офигеть, ты видишь, он живой! Давай, давай, Лунтик, и ноги в руки, и уваливаем отсюда. Все. Друзья, капец. Это жесть. Капец, я больше не буду звонить. Все, хватит, я больше не буду. Я такого страха натерпелся, все из-за вас. Шучу, если понравилось, вас ждет продолжение. С вами был я, Кекс, Мультипульти, всем покедова.